Они преуспевают в спорте, учебе и творчестве. В канун Дня российского студенчества Михаил Игнатьев встретился с учащимися техникумов и вузов Чувашии. Кому и за что в этом году присудили стипендии главы республики? Подробности у Дмитрия Ковалева. Встреча главы региона с креативно-мыслящей молодежью проходила в творческой обстановке. На мольбертах в столичном центре дизайна фотохроника студенческих побед. Причем не только в учебе, но и конкурсах красоты. Я участвовала в конкурсе «Краса студенчества России», где мне удалось занять, благодаря моим друзьям, поддержке, первое место. И вот... привести корону в нашу солнечную Чувашию. Немало наград и в активе студенческого театра МОД. Мы готовили такой образ. Также не только Чувашский государственный университет участвует в таких мероприятиях, но и Чувашский государственный педагогический университет. В вузах республики развивается и поисковое движение. Только за последние 3 года отрядами были подняты останки более 200 бойцов. Немало реликвий Второй мировой войны ребята привезли из Крыма. Самой важной и интересной находкой является обнаружение отряда партизан, которые там работали. Они были без вести пропавшими. Среди останков были останки девочки 16 лет. И когда мы об этом сказали местному руководителю, он сказал, что это, скорее всего, и был отряд партизан. Поддержка молодежных проектов среди приоритетов правительства региона. Ежегодно 1000 лучших ребят присуждают стипендии главы республики. Михаил Игнатьев отметил, что перед выпускниками вузов открываются большие возможности. Мы органы власти хотим создать благоприятную среду, чтобы в одинаковых, равных условиях вы занимались и учебной деятельностью, дополнительным профессиональным образованием и могли самореализоваться. У студентов было немало вопросов. Как стать успешным руководителем? Какими достижениями гордится глава региона? Какой у вас девиз по жизни? Надо быть всегда успешным. Вот самое главное. И все. Надо быть честным. Каждый из нас, каждый из вас всегда должны нести ответственность. Среди приглашенных на эту встречу немало призеров олимпиад и фестивалей, спортивных турниров. Ребят интересовало, чем увлекался, будучи студентом, сам Михаил Игнатьев. Походы разные были. Мы же не ездили на автобусах. Мы вот рюкзаки на плечи, по реке, по Суре. Где там рыбу поймаешь, сваришь уху. Встреча с главой региона проходит в рамках проекта, инициаторами которого 2 года назад выступили студенты вузов. Так начал свою работу дискуссионный клуб «Диалог на равных». Известные люди республики рассказывают молодежи, как добиться успеха. Ответив на вопросы, глава региона вручил свидетельство стипендиатам. Мы новой Татьяне Аркадьевне, члену Чувашского регионального отделения «Российские студенческие отряды». Известную в республике тяжелую атлетку Ирину Баймулкину Михаил Игнатьев наградил нагрудным знаком лауреата молодежной премии. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.